Команда продвижения, привет! Меня зовут Марина Климова. Я проживаю в городе Ачинск Красноярского края. В команду продвижения в компании Oriflame я пришла по приглашению своей знакомой в тот момент, когда находилась в декрете. До Oriflame я учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебной работе в школе. Через 8 месяцев с момента старта в Oriflame я открыла индивидуальное предпринимательство. Через 9 месяцев открыла звание директора. На сегодняшний день закрыта квалификация старшего директора, и я уволилась с основной своей работы. По достижению 3-летнего возраста моей дочери я написала заявление по собственному желанию. Сегодня компания Oriflame – это мой основной источник доходов, единственный источник доходов. Я рассмотрела возможности свободного графика, возможность не зависеть от того начальника, который диктует свои требования и правила. Я работаю сама для себя, и вам рекомендую разобраться в сути этого бизнеса. Особенно рекомендую разобраться в нашем продукте, потому что он у нас классный.